нравится, и я не против. Но будет конференция. И если за них действительно проголосуют районные организации, первичные, так оно и будет. Когда произойдет? Я думаю, что до сентября пройдут конференции по всей стране и съезд тоже. Пока просто в этом нет необходимости. Смотрите, к сожалению, да, или к счастью, я думаю, что выборы будут вовремя. Я не верю, что власть пойдет на досрочку. Они имеют нулевой рейтинг, и сейчас пойти это потерять влияние, а для них потеря власти означает ответственность. Вы же понимаете, что каждая партия заканчивает хуже предыдущей у нас в последнее время. А эти, если прошлые, да, их обвиняли в коррупции, то здесь коррупция зашкаливает, но на руках кровь. Причем десятков тысяч украинцев. Я думаю, что ответственность неминуемая, она будет жесткой. Люди доведены до точки кипения.